В декабре минувшего года в городе прошел конкурс красоты «Мисс Керчь». Принимали участие в нем 10 местных красавиц. Каждую жюри оценило по достоинству, а лучше достался главный приз – титул «Мисс Керчь». За организацией и проведением таких конкурсов стоит большая и трудоемкая работа. Ведь для самих конкурсанток участие в подобных мероприятиях – это отличная возможность дать старт своей модельной карьере. О том, почему еще так популярны конкурсы красоты, шла речь на пресс-конференции. На вопросы журналистов отвечали организаторы конкурсов «Мисс Керчь» и «Мисс Крым» Анастасия Башкова и Ксения Карпова, а также обладательница титула «Мисс Талант Керчь 2013» Анастасия Шименко. По словам вице-мисс Вселенной Анастасии Башковой, в Керчи подобные конкурсы красоты стали пользоваться популярностью только с недавних пор. Я в Керчь приехала, три года назад, и была удивлена, насколько много в Керчи красивых действительно девушек. И не только красивых. Когда я стала ближе общаться, они действительно были талантливые и умные девочки. Поэтому я решила продолжать свою, деятельность здесь, в Керчи, открыв модельное агентство. Говорили и о благотворительности. Девушки отметили, что данная тема крайне важна и что замечательно, у участниц конкурсов есть возможность быть причастными к решению многих проблем, помогать нуждающимся, а также заботиться об окружающей среде. Это очень хорошее вложение. То есть конкурсы красоты – это, для благотворительности, это немножко проще. Вот большее количество спонсоров, могут пожертвовать на что-то период подготовки какого-либо конкурса красоты. В планах у организаторов создание детского конкурса красоты. Девушки хотят провести его уже весной этого года, в мае месяце. Детки от 4 лет могут участвовать в конкурсе. И тоже будет очень много разных каких-то проектов для них. То есть это не будет обычный банальный конкурс на сцене, да? Нет. Это будет подготовка около месяца, где мы тоже будем с детками и ходить куда-то, и что-то делать, и фотосессии разные будут. То есть много интересного будет. Немаловажная деталь, которой все конкурсантки должны уделять особое внимание, это знание английского языка. Ведь на многих конкурсах, которые проводятся за пределами нашей страны, девушкам приходится общаться именно на этом языке. Очень важно знать английский, поэтому особенно для модели, которая планирует заниматься на каком-то международном уровне, ездить на какие-то проекты, более серьезные конкурсы, да и вообще, если работа моделью, то она предусматривает изучение английского языка и знание его. Конечно же, наши красавицы делились секретами своей красоты, и оказалось, что самая главная составляющая успеха – это уверенность в себе. Каждый человек сам по себе красив, нет некрасивых людей. То есть просто, наверное, не каждый может свою красоту преподнести. Нужно говорить: «я красивая», «я стройная», «я достойна того-то, того-то». То есть это уже когда ты считаешь так, то и люди считают так. В планах у девушек множество конкурсов и различных мероприятий. Уже этой весной организаторы вновь порадуют керчан.